Всем привет! Сегодня вкратце поговорим о потоке. Это, да, не сказал, это потоки будут. Что такое condition variable или условная переменная. То есть это такая некая есть переменная, но есть способ для того, чтобы, к примеру, сделать так, чтобы некоторые потоки ожидали, пока какое-то условие не станет истинным. То есть это можно сделать без дополнительных возможностей языка, ну, в частности, вот специально сделанных для этого возможностей, да, там condition variable. Это можно сделать всякими там циклами, флагами и т.д. и т.п. Но есть такой вот способ. В стандартную библиотеку добавлено, вот есть такой заголовочный файл condition variable. И что это такое? Ну, у меня есть здесь такой небольшой примерчик. Примерчик есть небольшой. И давайте рассмотрим, что я здесь сделаю. Так, у меня есть функция потока. Вот она, fthread. Этих потоков у меня запускается 10 штук. И дальше у меня некий такой бесконечный цикл, который тут эмулируется. Вот есть очередь у меня. Ну, это mutex для блокировки очереди, потому что вот здесь я очередь эту заполняю, а в потоке читаю данные. Соответственно, надо, чтобы не было гонки ресурсов, ну, я думаю, понимаете, блокировать, да, с помощью mutex. Так вот, есть очередь. И вот здесь происходит там случайным образом какое-то событие. В данном случае, к примеру, я вычитываю данные. Я вычитываю данные, но для этого я сначала проверяю размер очереди задач, меньше ли количество потоков. Потому что максимум у меня 10 потоков, которые могут, ну, обрабатывать данные. То есть идея такова, что откуда-то у нас приходят данные. Я их складываю в очередь, а дальше, без разницы какой поток, то есть их всего 10 штук в данном примере, какой-нибудь поток берет и обрабатывает данные. То есть это мы откуда-то вычитываем. Если же очередь полна, то ждем, пока очередь, размер очереди будет меньше, точнее размер задач, количество задач будет меньше, чем количество потоков. А поток тоже здесь такой бесконечный цикл. И он здесь получает информацию о том, что добавилась какая-то задача. Он ее обрабатывает, вот эмуляция обработки. И дальше тут рандомом какая-то задержка идет. И дальше он опять типа крутится. Так вот, то есть без condition variable это можно было бы сделать просто. Вот здесь такой цикл. И вот здесь такая тоже другой цикл, который проверяет, полна ли очередь или нет. Если она не полна, то выполняется задача. Но в данном случае я в качестве примера решил использовать вот эту condition variable. Что такое condition variable? Есть две реализации. То есть вторую я рассматривать вряд ли буду. Но вот есть одна condition variable и есть condition variable any. Any. Вот так вот. Так вот, что такое condition variable? Это переменная, условная переменная, требует от любого потока сначала выполнить вот такую вот штуку, std unique log, в которую в конструктор передается mutex. Он будет общий для всех этих 10 потоков. Итак, что вообще происходит? Должен быть хотя бы один поток, в данном случае вот он, который будет ожидать, пока какое-то условие станет истинным. Так вот этот ожидающий поток в первую очередь должен выполнить вот такую операцию, то есть захватить какой-то mutex, ну не какой-то, а конкретный mutex для этих целей. Вот я его и назвал CV condition variable mutex. Так вот, он ждет. Когда он ждет, когда происходит событие, вот есть такая функция у переменной condition variable, есть функция wait, в которую мы передаем вот этот как раз наш mutex. И
Вот на этом выполнении, ну, что вот это такое, я объясню чуть позже. Так вот на этом выполнении происходит остановка потока. То есть он ждет. Собственно говоря, здесь и написано wait, да? Есть еще wait until и еще какой-то wait был, по-моему. А, wait for. Я их, ну, сегодня рассматривать точно не буду. Рекомендую это сделать вам. И возможно, здесь пример не очень удачный, потому что, ну, как бы это надо использовать там, где это надо использовать. А я так сходу и не придумал. Потому что во всех задачах, с которыми я сталкивался, в многопоточности, как бы, ну, не было той ситуации, когда действительно нужна была бы вот эта condition variable. Либо я просто использовал использовал те способы, которые использовал ранее, то есть по старинке, как говорится. Так вот, вот у нас wait, мы чего-то ждем. Теперь смотрите, у меня запускаются 10 потоков. Они запустились, каждый поток вот запустился, зашел в цикл, и вот здесь он ждет wait. Чего он ждет? А он ждет до тех пор, он ждет не то, что до тех пор, он ждет некого условия. Вот теперь смотрите, вот здесь у CV, нашей переменной вот этой, condition variable, есть еще такая функция notify one. Или еще есть notify all. А что такое notify one? Она как бы пробуждает один, все равно какой. В данном случае вот здесь 10 потоков. Так вот, эта функция, с помощью вот этой функции notify one, пробуждается один поток. Пробуждается, после чего как бы опять происходит блокировка. То есть один поток пробудился, все остальные ждут. Если же использовать notify all, то все потоки, все, которые ждут вот этого условия, то есть вот этот CV wait, все пробудятся, все. И сразу заработает. В данном случае мне нужно пробуждать только один поток. И мне не важно, какой поток. 10 потоков сейчас ждут. Только пришли какие-то данные, я пробуждаю поток, там увеличу ID, ну, как бы это эмуляция прихода сообщений или вычетки сообщений. Что-то такое. Теперь, какая может быть проблема? Проблема может быть в следующем, что ввиду некоторых сложностей при создании пробуждающего условия, могут происходить ложные пробуждения. Это означает, что поток вот этот, вот здесь, это может пробудиться, даже если никто не сигнализировал условной переменной. То есть в данном случае вот наша condition variable, условная переменная. Даже если никто, а в данном случае вот этот основной поток, главный, не просигнализировал, может произойти так, что этот поток пробудится. Так вот, для этого можно использовать следующий способ. Завести булевскую переменную condition variable notified. И если condition variable в true, то получается, у нас выполняется вот это условие. Иначе, пока он, наша переменная false, то наш поток ждет пробуждения. Так вот, смотрите. Инициализируется у меня сразу переменной false. И все потоки раз стали и ждут. Потом, когда я пробуждаюсь, ну вот, устанавливаю эту переменную в true, и я сразу сигнализирую этой переменной notify on, то есть пробудить один поток. Тогда у нас, что у нас происходит? У нас какой-то из ожидающих потоков пробуждается. То есть у нас изначально все стоят вот на этой точке. Потом, когда я пробуждаю, то, короче, поток пробуждается. Ну, короче, где-то так. То есть в данном случае, ну, в чем тут, какая тут защита от ложных пробуждений? Ну, в том, что когда я не пробуждаю потоки, у нас эта переменная notified всегда в false. Если она всегда в false, то мы вот здесь ждем. Когда же она в true, то мы как бы типа ничего не ждем, что-то такое. Хотя не, у меня что-то ошибка, елки-палки. Я что-то втыканул. Тут надо while написать. Вот.
что-то начал объяснять, смотрю, а что-то тут не так. Теперь вроде так. Смотрим. До тех пор, пока вот эта переменная false мы ждем. Соответственно, в данном случае при старте, переменная она atomic, флажок этот установлен false. Соответственно, мы в этом цикле while и ждем. Ждем. То есть вот здесь происходит остановка всех потоков. Потом я возвожу флажок true и пробуждаю какой-нибудь поток. Какой-то поток из этого выходит вот отсюда, делает задачу и опять возводит этот флажок в false. Вот когда он true, у нас поток пробуждается, эта переменная в true становится и из этого цикла вышла. Понимаете, вот оно вышло, выполнилась задача и опять взвелся false. Фишка в том, что если происходит ложное пробуждение, то переменная это все равно осталась в false, да, то есть флажок. То, соответственно, если вдруг произошло ложное пробуждение, у нас опять раз и на следующую итерацию. Ну, как-то да, вот так вот с помощью небольшого костыля, можно это так назвать, мы защищаемся от ложных пробуждений. Ну и теперь давайте запустим. То есть фишка в чем? У нас есть некое, откуда-то мы читаем данные, закидываем в очередь. Дальше, после того, как закинули в очередь, пробуждаем какой-то поток. Без разницы, какой поток, сразу стартует и начинает обрабатывать данные. Обработал данные и опять сидит, ждет. Ну и давайте запустим и посмотрим, что будет. Так, запускается. Так, а чё он стартануло только... А чё они так долго стартуют? Вот же стартуют. Так, сейчас я остановлю и попробуем разобрать. Останавливаем. И что мы видим? Мы видим поток, но с ID-шкой 0, 3 и 1 уже стартанули. И были уже даже получены все данные. Очередь заполнилась. То есть в скобочках это размер очереди. Дальше пробуждается первый поток. И обрабатывает данные. Поток с ID-шкой 1. Дальше там второй поток запустился. Вот смотрю. И там третий, четвертый, пятый. И все позапускались. И дальше что у нас идет? И у нас вот пробуждаются разные потоки. Вот ID 1 пробудился, 0 пробудился. Вот пятый пробудился, девятый. Шестой, третий, нулевой, девятый, седьмой, шестой, ну и так далее. Здесь, возможно, если бы как-то поиграться и выставить вот эти рандомы, то, возможно, было бы, понагляднее. Сейчас вообще он стартануло, стартанули почти все потоки и. Все данные были получены. Почему-то сразу. Да? Да, но здесь что-то с рандомом, наверное, не так. Ну, возможно, пример и не очень хороший, потому что сложно придумать, когда ты это не используешь на конкретной задаче. Когда есть конкретная задача, то когда ты знаешь о таких вот возможностях, в частности, condition variable, там задачи, асинхронные задачи, которые я уже разбирал, то, конечно же, сразу на ум может прийти, а не использовать ли вот это, либо задачи, либо еще что-то. Но пока я не сталкивался на практике с использованием condition variable. В интернетах есть какие-то примеры, но я особо там не искал, не лазил. Стараюсь показывать то, с чем сталкивался я, либо придумывать те примеры, которые хорошо бы демонстрировали. В данном случае не очень хорошо демонстрируют, но тем не менее, вы должны об этом знать и помнить, что есть такая возможность. Что тут еще можно сказать? Ну, наверное, сказать больше нечего. Я рекомендую вам самим подумать, где бы это можно было использовать. То есть, вот это
условная переменная или переменное условие это один из способов синхронизации потоков, потому что в данном случае происходит синхронизация, которая не очень наглядно продемонстрирована. Возможно, где-то я что-то здесь упустил и втыканул, и что-то неправильно сделал, потому что так рандом сразу у нас так хорошо отрабатывает, и сразу получены данные 1, 2, 3, 4, 5. Давайте еще раз запустим. Но это один из способов синхронизации. Вот, смотрите. 1 данные, 2, 3, 4, 5, 9. Как-то странно работает. Давайте попробуем поставить 100. 100. И запустить. Ну вот, данные почему-то приходят, а почему потоки не стартуют? Что очень странно. Короче, тут немного подправил. У меня блокировка просто происходила в наперед циклами, в конце раз блокировка очереди, а соответственно эти потоки тоже ждали. Пока разблокируется. Ну и в результате вот такое получалось. Кроме всего прочего, наверное, ну давайте я вот так вот запущу. И что мы получаем? Вот только данные получены были, сразу стартанул поток. Опять данные получены, сразу стартанул поток. Опять получены данные и сразу поток стартанул. В данном случае очередь не успевает накапливаться, потому что сразу какой-то поток хватает в обработку. Ну, а если мы уберем вот этот слип и запустим, получилось. Вот данные были получены. Вот опять стартанул поток. Но здесь разрыв в сообщениях только из-за того, что я не блокирую стандартный поток вывода. Но теперь у нас он в принципе... Какая-то гонка есть, да, смотрите, в очереди было 5 сообщений, 2 из них обработались, осталось 4, опять 5, вот 6 сообщений уже, 6, 7, 8, 9, вот потоки стартанули опять, захватили, ну, обрабатывают данные. Ну, где-то так, в принципе, вот здесь уже более-менее, можно сказать, пример нагляднее. Соответственно, думаю, все, надеюсь, хоть что-то я прояснил. Сам понимаю, что не очень понятно все, наверное, объяснил. Поэтому лучше еще почитайте. И самое главное, придумайте какой-то, ну, вот, пример. То есть подумайте, посидите, как же, что, где использовать вот эти вот условные перемены. Но хоть какая-то уже вот здесь синхронизация есть. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока.